Hey guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Wild Story. Текс, полетели. По идее, мне должны были открыть врата, и давайте как раз схожу к дедульке. По идее, она, возможно, уже починила. Так, понятно. Значит, оно еще не работает. Врата, которые должны были мне открыть, находятся, по идее, снизу. Может, эти не открыты. Жаль, наверх, по идее, наверное, тоже можно попасть. О, здесь открыто. Так, слушайте, а что, если я к нему залезу? Так, стоять. Бля, не то. Дикие в последнее время бродят по центральной эстакаде. Ай. Бля, чертова магия. Не, нельзя. Нельзя все-таки поставить, жаль. Ну, погнали следовать дальше. Местность. Центральная эстакада. О, новые дикие. Осколок души. Драчуняка. Короче, мне нужно... подожди, у нас же рывка, да, нету? Блин. Да, лучше с сильными атаками атаковать эту херовину. Ладно. Так, что по опыту? Слушайте, я думаю... блин, закрыто. Значит, будет сейчас босс. Глупышки. Так, мне что-то там ценное выпало. То, что нужно. Большой изумруд. Красивый и ценный камень. В натуре красивые цены. Подожди, а почему книга стоит в используемых? Я хочу апнуться на самом деле побыстрее, чтобы вкачать что? Блин, ну снова, первая атака оружием и скрытности имеет 100% шанс крита. Возможно, я не могу вообще нанести в спину урон. И скрытность, вот именно, тут говорится о скрытности. Значит, мне нужно использовать темную магию для того, чтобы стать скрытным. Поэтому, возможно, я это даже не буду вкачивать. Так, я хотел посмотреть, сколько у меня сейчас очков. 741. Ну... Не... Да, давайте я уже апнусь. Мелкий камень. Плюс я могу, видите, гладкий камень пофармить. Давайте прокачаем, что мне? О, теперь снова дают две атаки. Конечно, вкачать. Ничего, помните.
Так, по навыкам, давайте в натуре, если в основном... Подожди, я хочу сразу проверить, давайте проверим, а потом уже будем делать выводы. Нихера себе. Вот что значит крит? Вот он сейчас спиной ко мне стоит, да? Он меня ж не трогал. Я не понимаю. Мне кажется, нужно тестить не на таких вратах. Блин. О, душа великого выпала. Просто вот атакуешь и думаешь потом. Хм. Подожди, а чего я хилюсь на самом деле? У меня вот сейчас выделился... Мне просто от чего-то также хилится хп. Хотя у меня реген, по идее, не вкачан. Ладно, странно. Так, сколько? Ладно, погнали дальше. Вот мне нужны такие, знаете, враги, которые... О, уже по 4 хилы. Неплохо, 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 неплохо. Будем тогда ориентироваться в основном на светлую магию. Так, у нас два прохода. И с той стороны, и с этой стороны, да? Требуется ключ библиотеки. Блин, надо тоже запоминать места, потому что они никак, как бы ничем не отмечаются. Да, гладенький камень — полезная вещь. Заброшенные сады. Добро пожаловать, да? Ну, как я понимаю, здесь, наверное, я точно будет влиять на игровой процесс. Так, стоять, я хочу туда. Блять, не то. Эй, блин. Нет, не допрыгнет. Жаль. Вот, видишь, он сразу меня заметил. То есть, возможно, на самом... Возможно, на самом деле, я ни хера не смогу сделать. Видите, он меня сразу заметил. Тихо! То есть, мне на самом деле желательно сразу же... Вау, то есть... Найс. Плохая... Плохая... Найс. Вау, 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 вау. Прикольные враги. Которые ядом тебя херячат. Да, видите, то есть мне смысла нету качать навык 100% крита, если на самом деле у нас с вами... Ну, если мы не будем использовать темную магию. Хотя, а что мне мешает ее использовать? Так ведь?
Ну, блин, тогда я потеряю хил. Не, давайте, пусть, короче, этот будет, да и все. Не будем качать тогда эту херню. Но, кстати, могу вот это в натуре качать, пойти в лечение. Почему нет? Как я понимаю, для нашего с вами выживания это самое лучшее. What? А, тут еще есть проход. А, то есть он еще не всегда кидает ядовитые. Так, ну я смотрю, там еще и другой есть проход, да? Ну, давайте сначала. Тихо! Влево пойдем. Ну да, то есть справа. Найс, вернулся. Так, а что там вообще получил цены? В принципе, все, что было, то и осталось. Ну, я типа не вижу байта, по-вашему. Короче, видно, ловушки устанавливают. Блин, и чему верить? Оу, да ладно. Оу, фак. Бля, просто миллисекунда. Так, давайте тогда сэкономим время и... Блять, обосрался, ладно. Одеяние колдуна. Походу, это демоническая одежда. Понятное дело, что у меня есть вариант пойти на правую сторону. Давайте я хочу исследовать низ. Хотя, подожди, если я пойду туда... Блин, фиг его знает, слушайте. Я могу как бы сходить, просто посмотреть, что снизу. Не очень приятные враги, если быть честно. То есть птички тоже умирают, да?
Да, что-то они жестко сделали врагов таких. Так, у меня два одеяния. Накидка мага. Обычная накидка волшебников и колдунов. Она порвана, и ее нужно залатать. И мне дали целую броню. Два интеллекта, один ловкость. Плюс три брони, 10 сопротивления, шанс заражения. Да, ну типа... Подожди, а проход? Я не увидел прохода. Или он сверху был? А, тут тоже ключ нужен, окей. Вот, видите, речечка? Вот из таких, по идее, можно и ловить рыбы. Ну, рыба тоже как бы редкий материал. Ну. А подожди, я хотел еще золотая рыбка есть. Там, наверное, вообще цены не сложить на нее. Темные духи. А, видите, то есть... Ой, тваринка. Как же вы бесите. Младший демон. Так, я могу через верх пойти. Здесь закрыто у нас. Давай налево. А, сундук. Скелетный ключ. Всех. Нашел. Скелетный ключ. Ключ от различных дверей с Ситхелем. Ситхелем. Неплохо. Закрыт. Требуется ключ демонов. Давайте назад, пока будем возвращаться. Так, вот этим враги... Чёртовы демонические существа. Подожди, а как я должен был наверх попасть или никак? Тут еще до хера проходов, ладно. Ой. И... Оп. Опа, рубинчик. Ай-яй-яй-яй. Блин, манать локацию. Блин, и видите, главное назад мне уже не вернуться. Зелье жизни. Второе. Тихо, теперь у нас их два. Ну, походу, максимум три может быть. Я глупанул. Я глупый, мог забрать тот предмет. Но нет, зачем же нам этот предмет?
Да, все-таки видите, хорошая атака. Много наносит. О, рыба. Повезло, повезло. Подожди, а мы же сюда еще не должны были идти. Запутано. What? Как же вы надоели, глупцы. Так, тут я забирал, да, ключ? Правильно. Ну, плюс левел. Вообще неплохо. Ну вот, считать... А, блин, а время. ХП. Если так подумать, то у вас смысл мне это вкачивать. Я тогда могу уже и это вкачать. Типа я так же получу, как и здесь, только получу больше всего. Ладно, пусть будет. Хех, да, в натуре теперь у меня отхил идет. Вообще неплохо. Опа. А кто нашел наряд гладиатора? Я нашел наряд гладиатора. А ну иди сюда, чученька. Так, там мы были. Сталь. Железом. Мне материалы нужны. Вот, а теперь идем дальше. Из него просто может что-то ништяк выпасть, поэтому я его и не трогаю. Блин, подожди, а почему я не попал дальше туда? Может мне свет этот еще сделать? Камбуху увеличить? Ну ты надоел, чувак. Все, я вспомнил. Подожди. Как я могу что-то сделать, если я не знаю, где это устройство вообще находится? О, кажется, я догадываюсь, где это устройство. Так, как я понимаю, отсюда я не заряжу, да, никак? Да. Ладно, тогда возвращаемся обратно и, да, и спускаемся вниз к боссу. Я уверен, на 10... 1000%, что там босс. Ну, знаете, на самом деле, хотя локация не такая уж большая, но ты видишь, что ты фармишься. Здесь можно нормально пофармиться. О, да ладно. Я тут не был. Ресурсы, это хорошо.
Ресурсы, ресурсы, это всегда хорошо. Вау. Вау. У меня сейчас там такой отхил. И от маны. И просто отхил. Вот я думаю, что это за уси? Гуси-уси какие-то. Гуси-уси. Гуси-уси, гуси-уси. В чем подвох? Я понял, в чем подвох. Это босс. Вау. Наверное, он контролирует ядовитый туман. Как хорошо, я уже устал от этого места. Я так давно уже не плавил плоть. Готовьтесь! Run! Куда хилимся? Найс. Фух, хотя бы хилку не использовал. Мак 3. О, плюс уровень. 630 дали опыта. Неплохо. Все-таки опыт дается тоже. Душа... Так, ядовитый туман расселся. Душа чего-то там. Мне дали. Мне дали... О, теперь я еще и броню могу прокачать за счет сил. Нихера себе. Вот это неплохо. Плюс 5. Будет две регенерации хпшки. Блин, но это тоже нужно вкачать. Подожди, какой у меня сейчас уровень? Будем от этого отталкиваться. От уровня. 8. То есть через 2 уровня я опнусь. То есть я могу еще что качать. Ну, давайте вкачаем, возможно, в натуре этот. Магию, потому что и вкачаем все лечения, повышается на 20. Хотя на 20, то есть у меня будет не 4, а 5 отхил, да? Но это тоже хорошая вещь, блин. Не знаю. Теперь мы больше идем, знаете, как танк. Теперь мы больше на танк идем. А нужно ли мне это? Хотя, если хочу это вкачать, мне по-любому это нужно вкачивать. Для того, чтобы это вкачать, мне нужно это вкачать. Ай, подожди, то есть я не смогу вот это вкачать? Жажда крови. Плохо. Плохо, плохо. Понятненько. Надо было все-таки экономить. Мне теперь нужно это будет, это вкачивать. Короче, идти же пассатижи.
Так, слезал лордом. Слезал лордом. Душа главного демона. Сущность генерала армии тьмы. Слеза лорда. Таинственный цветок с божественным целебным мисс 8. Возможно, тут даже обычные квестовые предметы добавляются. Ну, погнали назад. Вернемся в город. И закончим. Вам погнали через низ, упаду. Не очень приятные враги. Все ядовитые. Монатина... Ух, меткая. Понятно. Хочу забрать ништячки. Так, ладно. Раз сохранена. О, давным-давно богиня Валди даровала жизнь двум дочерям. Одна дети тьмы и другие светом. Вот о чем я как раз говорил, что пропустил немного. Однажды темная богиня напала на мать ее в ее доме, в городе Ситхейл. Богиня света прибыла слишком поздно, чтобы спасти мать. Город охватил хаос. Конфликт между сестрами раскололся с земли и погрузил светлый город Ситхейл в бездну. Походу, вот эти две сестры, одну, которую мы уже победили. Вот оно что. Теперь все понятненько. Так, знания, поехали. Как минимум, у нас должно быть хотя бы два. Босс и летающие утки. Оу, да, что-то подобавлялось. Так, демон мышь, горящий череп. Мыши, гигантские мыши, контролируемые... какой-то магией. Подожди, то были мыши? Я думал, то вороны. Горящие черепа, демонические души гигантских, прикованные к тому, что остается от их смертной формы. Они ищут плоть живых, тщательно пытаясь восстановить собственное тело. Демон-владычица. Демон среднего ранга, способный телепортироваться на короткие дистанции. Они используют это умение, чтобы избегать прямого боя, и нападают на врагов дальними заклинаниями. Шугохт. Поглотитель. Так, Шугохт раньше был страшным алхимиком в армии демонов. Он получил ранг генерала после инициативы, превратившей его в токсичное жуткое существо. Его отравили в потерянном городе Ситхейм в наказание за убийство демонов под его командованием для утешения собственной скуки. Ну, по идее, все, да? Жалко, что они никак не мигают, типа то, что мы их уже осмотрели, мы их уже, ну, увидели. Ну, ладно, узнаем, что будет потом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.